Опыт общения. Вы даже не представляете, что я узнал. Неужели красный опять в моде? Оказывается, если общаться с растениями, они растут гораздо быстрее. Они нас слышат. Это удивительно. Слушай, Ген, а ты домашку нам сделаешь? Вам что, совсем не интересно? Конечно, интересно. Но домашка еще интереснее. Эй, куда? Это мой перу. Был твой, стал мой. Эй, это мой перу. Это рассказывай, Ген, не обращай внимания. Так вот, я собираюсь провести опыт. Если я буду... Не может быть! Ты только посмотри! Это же из новой коллекции! Представляю, если я так в школу приду, все девчонки умрут от зависти! Так о чем ты там, Геночка? Да так, ни о чем. А, ну хорошо. Ген, Ген, так ты сделаешь нам домашку? Это мой пирог! Мой! Гениям во все времена приходилось трудно, но это не мешало им совершать великие открытия. Ну что ж, начнем эксперимент. Ты уж извини, я как-то не привык с кактусами разговаривать. Меня, кстати, Гена зовут. А я и говорю, получится закись азота. Смотрю, вот инфузория, а там закись углерода. Представляешь? Слушай, ты не проголодался еще? Я читал, тебя нужно редко поливать. Ребята, это все-таки случилось. Гена сошел с ума. Что на этот вас? Опять инопланетян вызывает. Хуже, он с кактусом разговаривает. Да ладно. Может, тебе померещилось? Вот сейчас перекусим и гулять пойдем. О! Ну что, убедились? Гвоздь мне в кеды. Вот, послушай, тебе понравится. Что же делать? Мама с папой этого не переживут. Это у него все от стресса и подавляемых комплексов. Надо с ним поговорить. Не вздумай! Такие вот психологи-самоучки могут нанести больному еще больший вред. Тогда надо просто выкрасть у него этот кактус. Точно! Нет кактуса, нет проблемы. Только незаметно. Его нельзя травмировать. Сейчас он заснет, и кактус точно наш. Знаешь, а ты хороший собеседник. По крайней мере, ты меня слушаешь. А то дружку с Лизой только и надо, что задачки списать. Розе вообще до меня нет дела. Ладно, не будем о грустном. От таких разговоров ты точно не зацветешь. Ну ничего, спокойной ночи. Получается, проблема-то не в кактусе, а в нас. Доброе утро. Еще не зацвел? Ну-ну, ничего. Привет. Ну как тут твой опыт с кактусом? Да пока без изменений. А ты ему сказки пробовал читать? Нет. Только энциклопедию растений. А что, неплохая идея. Надо попробовать сказки. А еще можно по ролям читать. Точно, так еще веселее. Погодите, а чего это вы такие добрые? Опять домашку надо помочь сделать. Да нет. Просто хотим пообщаться. Ага. О, смотрите. Эксперимент удался. Ты я, мы с тобой друзья.
легко и просто с другом вместе верить.